О, вот, снимаешь? Okay, это мой друг. Hello, hello. Прохоров про лайф. Окей, окей. Привет, вы на канале Прохоров про лайф. Я Женя Прохоров. И сегодня у нас на обзоре самый большой комплекс Северного Кипра – Цезарь Резорт. Огромный просто. Застройщик AFI Group, он уделяет очень много внимания внутренней инфраструктуре своих комплексов, а также проведению мероприятий и праздников для своих жильцов. Итак, сегодняшний обзор мы начинаем на детском празднике Цезарь Резорт. Погнали! Hello. Hello, welcome. Прохоров про лайф. Бай. Мы заранее заказали пропуск, чтобы попасть на территорию комплекса Цезарь Резорт. Здесь родители могут быть абсолютно спокойны и не переживать по поводу безопасности своих детей. На закрытой территории здесь множество различных лазилок, качелей, водных горок, мини-аквапарк. В общем, все что угодно, чтобы дети могли гулять целый день на свежем воздухе. А самое главное, что не нужно вздрагивать и переживать за безопасность своего чада. Парковка, в принципе, на Цезарь Резорт есть. Сегодня у нас понедельник. Так скажем, все еще здесь, вот буквально 9.17, это максимально, что может быть загружено. В принципе, есть место, спокойно, я заехал, нашел. Тем более, допустим, я сейчас сегодня хочу потренироваться, да, вот я припарковался у нового комплекса этого спортивного. Места есть, с местами все в порядке. Друзья, по поводу парковочных зон, их настолько много, что даже вы, в принципе, можете свободно ставить свои лодки здесь. Расстояние до моря от Цезарь Резорт всего лишь 200 метров. Очень удобно дойти здесь по тротуарным дорожкам и мамам с колясками, и велосипедистам, и там на электросамокатах. В общем, все обустроено, все сделано для людей. Также в шаговой доступности здесь расположились химчистка, салон красоты, несколько баров, пиццерии, кебабная, караоке, супермаркет. Просто перечислять устанешь. В общем, вся необходимая инфраструктура внешняя здесь развита также на высшем уровне. Друзья, мы находимся в отделе аренды от Цезарь Резорт. То есть здесь существует целая команда специалистов, которые занимаются управлением вашей недвижимости. При покупке вам предоставляется эта услуга, то есть вы можете и пользоваться, или не пользоваться. Но я считаю, что это очень удобно, когда вашей недвижимостью занимаются специалисты. Они выселяют людей, они заселяют, они занимаются клинингом. Ваша задача только получать деньги. Я считаю, это очень легко и удобно. Совсем недавно AFI Group презентовал открытие нового досугового комплекса «Пантеон», видео о котором, кстати, есть уже у меня на канале, переходите, там очень много интересного. Кстати, там в видео я стал свидетелем предложения руки и сердца, на моих глазах сформировалась новая семья. В новом оздоровительно-культурном и досуговом центре «Пантеон» будет спа-комплекс, в котором самый большой бассейн из всех комплексов, которые я видел у Цезари. Также здесь очень большое помещение для хамама и для сауны. Также много помещений для переодевания. В этом же здании у нас расположен двухэтажный спортзал со скалодромом и много-много помещений для занятий хореографией, гимнастикой и всеми другими дополнительными видами спорта. Также в этом здании у нас расположится наше любимое кафе «Париж», где мы так любим завтракать. Что мне нравится у Цезарь Резорт, что здесь все сделано продумано. Каждый участок земли, он функционален. То есть, смотрите, здесь у нас лазилка для детей, да, такая. Дальше у нас идет аквапарк. Смотрите, мангал, столики, еще мангал. То есть, сколько их здесь? Здесь хватит на всех вообще места. Вечерами здесь собираются, играют на гитарках, развлекаются. То есть, все сделано для людей. То есть, это не то, что вы купили себе квартиру, сидите в квартире, в ней заперлись. Нет. Все обустроено, все для вашего быта, для развлечения. То есть еще раз о том, что застройщик заботится о своих гражданах, о своих жильцах. А также он заботится о своих животных. Посмотрите. Посмотрите на этого тигра. Это тигр. Ну что вы меня беспокоите, мяу-мяу-мяу. Я так хорошо лежал. Музыка.
На территории комплекса «Цезарь Резорт» есть детская игровая комната. Это очень классно, потому что комплекс большой, очень удобно, когда детей можно оставить на определенное время и отдохнуть родителям. Комната достаточно большая, игровая. Все круто, все настоящее, все цельное. Это не просто какая-то маленькая какая-то будка. Я даже вот не видел такого вот в центральных парках, еще где-то. На втором этаже здесь получается у нас игровая зона. Здесь стоят PlayStation 4. В «Цезарь Блю» PlayStation 5 есть. Видели? Да, в «Цезарь Блю» PlayStation 5 последние все. Серьезно говорю. Мы находимся в центре ЖКХ «Цезарь Резорт». Это их коммунальное хозяйство. Короче, вот на таких вот машинках они тут все развозят. И поехал, соответственно, выполнять свой служебный долг. Как Супермен. Супермен и ЖКХ на страже вашего порядка. Друзья, мы находимся сейчас на спортивных площадках. Стоит две коробки. Одна, значит, теннисная. И отдельно площадка как бы вот для мини-футбола, баскетбола, ну и всех остальных. Давай зайдем, посмотрим. Ну, в принципе, нормально, играть можно. Мячики вон даже лежат, пожалуйста. Никто не забирает, никто не ворует. Очень круто. Стоит кальян здесь? Обычный кальян 300 лир. Да. То есть, ну, где-то около 1000 рублей на наши, наверное. Вот. А какие еще бывают специфические? Ice Pipe со льдом. Со льдом? Да. Это 350. 350 со льдом, ага. А Special Mix, который, по-моему, микс или наш микс, 400 лир. 400 лир. А что там в микс входит? Ну, один из них мой Special Mix – манго, ананас, арбуз, я могу посетить. Гранат, арбуз, ананас. Много народу здесь вообще бывает? Да, очень слишком много. Надо как-то бронировать места или нет? Без проблем, хотите, может, прийти, забронировать или нет. А так по-русски много людей общается, говорит? Да, все из них. Все? Все из них. Супер, отлично. Оценить завтрак в кафе «Париж», который расположен в «Цезарь Резорт». С нами сегодня согласились семья Андрея. Хотел сказать, семья Андрея и Алексея, хочу. Семья Андрея и Риты, уже заговорился. Вот, они здесь живут уже больше полгода, уже очень много знают об этом комплексе. И никто другой, как они, не расскажет нам лучше об этом комплексе. По поводу меню, что здесь меню у нас? У нас здесь меню «Брекфаст», это завтрак, соответственно, есть «Париж», есть американский завтрак, который включает в себя там различные соусы, панкейки, беконы и все прочее. Вот, мы не первый раз здесь завтракаем, завтраки очень сытные, хорошие, дети у нас завтракают вообще просто тостами. Почему «Цезарь Резорт»? Почему выбрали «Цезарь Резорт»? Много ли выбирали других комплексов? Почему на нем остановились? И я так понял, что вы еще и сейчас продлеваете новую, снимаете новую квартиру, да, тоже 3+1 еще. История, наша история с «Цезарь Резорт», она такая непростая и длинная. Изначально, когда я приехал сюда по рекомендации знакомых, я, конечно, заселился в «Цезарь Резорт». И долго очень привыкал к этому комплексу, и в итоге не привык, понял, что нет, сюда мы не поедем. Он выглядел для меня изначально как бутовский муравей. Бутовский. Вот, и мне очень не понравилось. После того, как мы приехали уже сюда все вместе, мы остановились в «Цезарь Блю». Нам «Цезарь Блю» очень понравился. И, конечно, мы там кайфанули, но мы понимаем, что детям ходить не рыть в школу, и, конечно, она расположена далековато. Далековато, да. Долго ездить. Нам нужно что-то в два раза ближе, а это «Цезарь Резорт». Наступив себе на горло, мы нашли квартиру «Цезарь Резорт», переехали сюда и продолжали мечтать о том, чтобы переехать обратно. А что касаемо инфраструктуры внутренней, что здесь нравится, что не нравится, что бы там, может быть, добавили вот именно по «Цезарю Резорту»? Для нас, как для большой семьи, нам очень важна безопасность. Я могу выпустить своих детей гулять вечером и совершенно не париться. Мы просто согласовываем время, во сколько они приходят, и я спокоен за то, что им весело и, самое главное, безопасно. Потому что в каждом дворе есть куча развлечений для детей. И, конечно же, здесь полно инфраструктуры для взрослых. Здесь есть
сауна хамама, это все бесплатно для резидентов. Более того, вся инфраструктура проектов «Цезарь» бесплатна для резидентов, которые живут в «Цезарь». В любом проекте «Цезарь». Друзья, ну как вам завтрак? Как обычно, да? Как обычно, это наш любимый завтрак. Каждый день, просто если ходить сюда каждый день, то вся прелесть этого завтрака, она быстро пропадет, привыкнешь. Ну это безусловно, да. Но не, в принципе, цены приемлемые, да? Сколько у нас? Завтрак выходит где-то... Самый обычный завтрак выходит 200 лир. Самый там дорогой какой-то американский 275 лир. Но в принципе наедаешься, очень-очень все вкусно. Мне нравится. Ну, конечно же, мы сюда каждый день ходить не будем и не ходим. Вот, но периодически, когда заходить, имеет место быть. Ставим по шкале качества крохора 5 баллов. 100% 5 баллов. Подтверждаю. Нет, завтраки хорошие. Завтраки хорошие, да. Друзья, мы с вами в комплексе «Цезарь Резорт». Это квартира 2+1. Она предоставлена нам эксклюзивно, она от собственника. То есть цена у нее очень интересная. По поводу цены пишите в комментариях, я вам все напишу. Площадь этой квартиры 2+1 – 92 квадратных метров. Она состоит из большой кухни-гостиной. Все, что вы здесь видите, все входит в стоимость. То есть данная квартира идеальна для инвестиций, идеальна для проживания, для инвестиций в плане того, что вы можете ее купить и сразу же сдавать. Наша компания сразу вам ее издаст. Значит, здесь у нас большая кухня-гостиная со всей мебелью, со всей техникой. Далее у нас идет спальня. Одна спальня поменьше, типа детская с двумя кроватями. Был куплен дизайн-пакет, то есть все в очень хорошем состоянии. Также от пола до потолка шкафы у нас. И у этой комнаты классный вид на Средиземное море, ребята. Смотрите. Между двумя спальнями расположен санузел. Санузел с душевой кабиной. Достаточно свежий, с большим окном для вытяжки. Квартира у нас появилась у самых первых, поэтому обязательно звоните, пишите, все контакты в описании, пишите комментарии. Если вы не хотите покупать, просто напишите, как вы думаете, сколько она может стоить. Но цена, могу сразу сказать, очень интересная и очень-очень ликвидная. В аренду представлен прекрасный пентхаус на 7-м этаже, дом 7-этажный. Сам пентхаус у нас 128 метров, почти 130. Значит, попадаем сразу в кухню-гостиную. Далее проходим, попадаем в огромнейшую просто гостиную, королевскую, я бы сказал, гостиную, с фантастическим, с головокружительным видом на Средиземное море. Здесь у нас справа мастер-рум, большая комната, большая двухспальная кровать. Вид на море никто не отменял, фантастический вид на море. Давайте покажу дальше спальни. Одна в таком черно-красном стиле. Ух ты! Хороший стиль, мне нравится. Вот. Такая прекрасная спальня девочек. Как мило здесь постарались, да? Ну вот прям душевно-душевно. Ванная. Именно ванная, обратите внимание. Тут у нас небольшая терраса также с прекрасным видом на море. Лестница на последний этаж, где у нас расположено джакузи. Посмотрите, как красиво. Вот вам и кафе «Париж», пожалуйста, попить кофейку. Вот он супермаркет. Прокат автомобилей. В общем, все, что нужно для жизни. И вот прекрасное Средиземное море. И здесь у нас, смотрите, вот. Все работает. Можно помыться. Также можно позагорать. Пишите мне в комментариях, я вам напишу актуальную сумму. Опять же, если вы хотите снимать на какой-то длительный срок, то у вас цена будет другая, со скидкой в любом случае. Поэтому пишите, звоните. Всегда рады вам помочь. Друзья, продолжаю вас знакомить с планировками комплекса «Цезарь Резорт». Данная планировка квартиры 1+1, R0. Обратите внимание, что заходите вы сразу в середину гостиной. У нее есть большая лоджия с видом на инфраструктуру, достаточно удобная и функциональная. Данная квартира у нас шоурумная. Здесь все White Edition, все в белом цвете. Вот такие вот постеры здесь классно сделаны. Также санузел. И, соответственно, у нас здесь кровать. Спальня достаточно просторная, имеет также встроенный шкаф-купе. В принципе, вот такая комната. Небольшая, но достаточно уютная. И самое главное, что дизайн-пакет очень приятный. Продолжаем знакомство с планировками «Цезаря». Значит, у нас планировка студии L1. Квартира у нас состоит из одной большой комнаты, зоны для приготовления, для потребления пищи и также для отдыха. На террасе, соответственно, у нас
такая садовая мебель. Давайте посмотрим вид. Прекрасный вид. В наличии у нас появляются квартиры от собственников, где бывают тоже такие прекрасные виды. Поэтому, если вас заинтересовало, пишите в комментарии, мы подберем для вас лучший вариант. Кроме того, у нас сейчас уже есть сайт, который функционирует. Все актуальные цены на сайте. Переходите на сайт, оставляйте заявки на понравившиеся вас квартиры. Все квартиры актуальные, все цены актуальные. Друзья, мы с вами в Цезарь Резорт в студии. В данном комплексе очень много студий в аренду. Студии здесь даются вот где-то 35 евро. Ну, на сегодняшний момент, потому что сейчас сезон. Стандартная студия. Заходим, у нас здесь туалет, ванна, туалет с душевой кабиной. Здесь у нас далее холодильник, встраиваемая техника, стиральная машинка, микроволновая печь, телевизор, соответственно, небольшой диванчик для релакса, для чила, еще и расслабона, двухспальная кровать и терраса. Соответственно, что еще нужно для комфортного отдыха? Ничего. Приезжайте, снимайте. Если вас заинтересовала конкретно эта квартира, пишите мне в комментариях, либо звоните. Все контакты в описании. Комплекс Цезарь Резорт идеально подходит для личного проживания, и также он идеально подходит для инвестиций. У Цезарь Резорт есть очень много очередей, то есть вы можете как инвестировать в будущее строительство, так и купить уже готовые квартиры. У нас огромный выбор квартир от людей, которые перепродают. То есть есть возможность купить чуть-чуть дешевле с небольшим дисконтом. Комплекс классно подойдет, если у вас есть дети, потому что для детей здесь просто суперская инфраструктура. Я лично, как отец троих детей, вам это гарантирую, что здесь не будет скучно ни одному из ваших детей. Скалодром, например, открыли всего пару дней назад. Без доли скромности скажу, что мы спортивная семья и проводим в спортивном зале более 2 часов в день. Поэтому при выборе жилищного комплекса мы первым делом оцениваем спортзал. Помещение спортзала достаточно большое, оно занимает 2 этажа. Здесь все просторно, тренажеры стоят на допустимом расстоянии друг от друга. Здесь есть везде приточно-вытяжная вытяжка, много тренажеров, их достаточное количество для выполнения всех групп мышц. То есть они закрывают потребности, в принципе, любого, кто сюда приходит. Самое главное, что вы можете здесь полностью прокачать все свое тело и быть здоровым и красивым. Настало время для моей традиционной рубрики «Шкала качества Прохора». Чтобы не запутаться во всем многообразии жилищных комплексов и выбрать для себя и своей семьи самый лучший вариант, я и моя команда составили топ-5 критериев комфортного жилого комплекса, чтобы вы могли выбрать для себя и своей семьи самый-самый лучший вариант. И оценивать мы ее будем по 5-бальной шкале. Итак, первый критерий. Первый критерий – это безопасность. Территория комплекса «Цезарь Резорт» полностью огорожена. Здесь есть несколько КПП. Въезд осуществляется по шлагбауму. Весь комплекс оборудован камерами видеонаблюдения. Периодически я наблюдаю, как на электросамокатах здесь передвигается охрана, которая следит за порядком. Также на всех бассейнах везде есть спасатели. Я бы сказал, что это один из самых лучших комплексов по безопасности, который я видел на Северном Кипре. Этому комплексу я ставлю твердые 5 баллов. Это прям даже не оговаривается. Следующий критерий – это внешняя инфраструктура. За комплексом у нас непосредственно находится супермаркет, аптека, построилась новая клиника буквально в 100 метрах. Есть даже интернет-кафе, типа коворкинга. Построились дополнительные кафе, от другого застройщика, но это все равно относится к внешней инфраструктуре, которой могут все пользоваться. Там же есть и суши, там же есть и бургерная. То есть много-много очень заведений открылось прямо вот в этом году. По инфраструктуре это твердая, твердейшая 5. Другой оценки я поставить не могу. Внутренняя инфраструктура Цезарь Резорт достаточно богатая. Здесь очень много всего сделано для детей. Есть несколько детских площадок, они такие огромные, они даже больше, чем в городском парке. Также для детей есть водные горки, мини-аквапарк, несколько детских бассейнов. Также бассейны есть, соответственно, и для взрослых. Они здесь по всей территории комплекса. Их не считать просто, их больше 5 или 6. Есть олимпийский, есть обычный бассейн, есть бассейны при барах, при кафе. Кстати, о кафе. Здесь их более 3. Здесь есть 3 полноценных кафе, где есть и караоке, и бильярды, и, пожалуйста, любые развлечения. Спорт.
Что касаемо спорта, открылся новый комплекс спортивный, куда также еще и вошло новое кафе «Париж» и новый спа-комплекс. Тренажеры все на высшем уровне. Также на открытом воздухе здесь есть теннисные корты, волейбольные площадки, площадки для мини-футбола. В общем, инфраструктура, это еще раз повторюсь, это город в городе. Данной инфраструктуре я не могу поставить меньше 5 баллов, а если мог бы, то поставил бы 10. Поэтому внутреннюю инфраструктуру я оцениваю в 5 баллов. Следующий критерий – это парковочные зоны. Коротко могу сказать, что их количество соответствует проживающим здесь людям. За все время проживания моего на Северном Кипре, как я сюда не приезжаю, здесь я всегда нахожу свободное место. Поэтому парковочные места я оцениваю 5 баллов. Расстояние до моря. Расстояние до моря всего лишь 200-300 метров. Пешком идти 10-15 минут. Возможно, туда даже пройти с колясками, с детскими велосипедами, самокатами. Здесь есть обустроенные бордюры, велосипедные дорожки. То есть дойти туда комфортно. Если вам лень идти, то всегда отсюда курсируют шаттлы от Цезарь Резорт, расписание которых вывешено на ресепшене. Поэтому всегда можно доехать на шаттле. Там обустроен классный пляж, называется Long Beach, с шезлонгами, с различными перекусами, есть там же магазинчики, поэтому расстояние до моря я оцениваю в 5 баллов. Таким образом, по шкале качества Прохора оцениваю жилой комплекс Цезарь Резорт на 5 баллов. Жить у моря полезно и выгодно. Я Женя Прохоров, это канал Прохоров про лайф. Подписывайся, жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если появились вопросы, задавай их в комментариях или звони, контакты в описании. Кроме этого, у меня есть сайт, на котором ты можешь найти подробную информацию об аренде или продаже недвижимости. Все актуальные цены тоже на сайте. До новых встреч! Пока!